Газпром нефть, эта компания очень сильно, она формально часть структуры Газпрома, но она очень сильно от него независима. И она намного лучше работает и намного лучше управляется, чем сам Газпром с газовым своим бизнесом. Поэтому как уж они начнут что-то перераспределять, я не исключаю сценарий, он в нынешней ситуации более даже вероятен, что газпромовским начальникам очень нравится, что вот есть выгодная такая коммерчески рентабельная компания рядом, в отличие от самого «Газпрома», который терпит убытки, и что нужно что-то сделать, чтобы лапу наложить вот на денежные потоки в «Газпром нефти». Вот это самый вероятный сценарий, доказать это совершенно невозможно сейчас, потому что там все секретно делается. Но, судя по всему, выгодная, если есть выгодная компания, ну как не наложить на нее лапу?